Юрий Левитанский. Кинематограф. Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет. А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Это звук прямой и резкий, это светополоса заставляют меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Кем написан был сценарий, что за странный фантазер? Этот равно гениальный и безумный режиссер. Как свободно он монтирует различные куски ликования и отчаяния, веселья и тоски. А потом придут оттенки, а потом полутона. То умение, та свобода, что лишь зрелости дана. А потом и эта зрелость тоже станет в некий час детство первыми шагами тех, кто будут после нас. Жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Великой этой драме я со всеми наравне. Тоже в сущности играю роль, отведенную мне. Даже если где-то с краю, рядом с камерой стою. Даже тем, что не играю, я играю роль свою. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем. Все проходит, мы пришли, и мы уйдем. Все проходит и уводит никуда из-за ничего. Потому что бесследно не проходит и ничего. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. И над собственную ролью плачу я и хохочу. По возможности достойно доиграть свое хочу. Ведь не мелкой монетой жизнью собственной плачу. И за то, что горько плачу, и за то, что хочу. Ах, как трудно, как прекрасно пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белая.